Особенно это касается вопроса инфраструктуры на основных туристических объектах. Вот один колодец, с которого течет вода со вчерашнего дня. Вот еще один. Сюда вчера приезжала, вот 6 числа. Ночью здесь была машина, откачивали воду. Вот она до сих пор течет. И вот так вот по всей улице. Ну, вот здесь наглядно видно. Там ручьи текут по всей улице. Вот. Хотя здесь уже был водопровод, вот стоят колодцы, было видно, что здесь есть эти трубы. Вот она дальше вся течет по всей улице. Вот те дома.